Всем привет! У нас сегодня 24 марта. Бима у нас опять шкодничает. Куром прилез. Мы его гоняем, ругаем. Ну-ка, иди оттуда! Ну-ка, быстро! Он у меня вчера загрыз двух курочек, пришлось их зарезать. Вот, потому что они все равно сдохнут. У нас вот такая пасмурная погода сегодня. Я Бимку хотела выпустить, он уже перелез. Немножко вот идет снежок. Вот. Я иду в теплицу. Я, значит, у себя в теплице. Принесла вот мешок сюда. Хочу убрать вот этот табак весь собрать, потому что он и сыпется, и на голову сыпется, и на землю сыпется. Вот, я хочу убрать, чтобы мне не мешался он. Я, значит, делаю грядку. В общем, насмотрелась видео о пермакультурах. В общем, вот делаю такой грунт. Тут, в общем, у меня и палочки, и кора, в общем... Вот и палочки, в общем, и мусор здесь, и вот и корни сухие, трава сухая. Ну, в общем, вот такой вот у меня грунт в этом году здесь. Здесь я буду также делать. Вот у меня вот такие щели по бокам. Вот, и, в общем, высыпается отсюда. И я с этой стороны закрыла вот и досками закрыла. А здесь закрыла картонки. Но у меня столько... картона нету, мне пришлось. И здесь вот мне лень было идти, значит, это, чтобы это отпилить, эту доску. Ну, в общем, я вот так поставила ее, но я думаю, вот в эту щель много не вылезет земли. Вот, и эту доску также. Вот, ну, в общем, я не пошла за пилой. Ну, в общем, ну, я думаю, ничего, нормально будет. Вот, а табак, вот до него дотрагиваешься, он прям сыпется. У нас он Бима, наш шкодник, везде лазит, везде шкодничает. Вот, ну, молодой, играться хочет. У нас здесь сейчас, у нас сейчас 5 часов вечера, и здесь, значит, 5 градусов тепла. Я никак не переверну свой градусник нормально. Вот, ну, в общем, что-то не фокусируется нормально. 5, да, 5 градусов, вот. Ой. В общем, я решила вот так вот сделать такие грядочки. И посеять хочу я редиску. Семена у нас свои. Я, значит, собирала осенью семена. Мы сажали специально редиску. Я сажала семена. Я, значит, пока делала здесь грядку, здесь, значит, нашла проволочника. И хочу, значит, когда будут грядки готовы, я хочу пролить проволочником. Ой, хочу пролить, значит, раствором каким-нибудь от паразитов, в общем, всяких. Вот, чтобы мне мою редисочку тут ничто не съело. Никто, ничто. Вот. Ну, в общем, вот так вот я сегодня занимаюсь. Вот, в общем, я думаю, что для редиски нормально. Она не замерзнет, если тут все закрыть хорошенько. Ну, в общем, посмотрим. У нас свои семена редиски. Вот, целая сетка. Ну, их надо вот чистить. Мы начали чистить. Сейчас сидим, потихоньку чистим. Я их собирала осенью. Вот, семена крупные, хорошие. Вот такие крупные семена. Вот. В общем, будем потрошить и потом сеять. Собираю мешок. Все сыпется прям вот. Кое-как собрала. Прям он весь сыпется. Вот. Ну, вот столько у меня получилось. Еще вот сейчас немножко. Прям вот дотронешься, и он весь сыпется. Прям. Не знаю, как его убирать. Вот так вот сломаю на кусочек. Вот тут даже не сломаешь. Потом вот, вот так вот толкаю прям весь. Ну вот одной рукой никак. У меня штатива нет. Надо будет штатив как-нибудь купить, чтобы можно было как-то показывать. Ну вот я попробую вот сюда поставлю. Так, сейчас
куда тут можно поставить камеру. Вот. Вот так пока поставлю. Сыпется. Убираю потихонечку. Засовываю вот так. Другого способа не знаю, как убрать. Вот, вот так вот убираем табак. Ой. Вот немножко осталось. Сам потом будет дробить. В общем, ну вот, как-то так потихонечку. Вот. Не знаю, видно было, нет, куда-то камера смотрела. Не туда. Ну вот, у меня получился целый мешок. Я сейчас пойду домой, потому что здесь уже холодно. Я вот так раздетая вся. Все-таки вот в этой кофточке, в этой курточке, или как ее там, в этой тепловке, не знаю, как ее назвать. В общем, все-таки прохладненько здесь. Вот. Ну, вот так вот я сегодня убралась. Потихонечку убираю, делаю грядки. Вот. Ну, я думаю, что, может быть, здесь воды так не будет, потому что тает постепенно. В прошлом году здесь теплица моя плавала. Ну ладно, всем пока-пока.